Всем привет, с вами снова Хомяк Компьютерный. В данном видео я покажу и расскажу, как можно узнать, какой процессор стоит у вас на компьютере или ноутбуке, как это смотреть через Windows. А при этом с легкостью можете узнать название процессора, его характеристики. Если более подробно вам надо будет узнать, вы просто возьмете это название, загуглите и уже полный обзор получите по данному процессору. Поехали! Делается это универсально для любых Windows. Неважно, какой у вас Windows, 7, 10, XP, Vista, в общем, делается все одинаково. Что нам для этого надо? Как минимум, нам надо открыть любую папку. Это в любом Windows, просто откройте папку и все. Далее, ребят, после того, как вы открыли папку, у вас есть левое меню в папке. И здесь находим пункт «Этот компьютер», или тут просто «Компьютер» может написано быть, или «Мой компьютер». И вот по этому компьютеру нажимаем правую кнопку мышки, и выбираем свойства. Если у вас современный Windows типа 10.11, у вас откроется вот такое вот меню. И смотрите, сразу же сверху характеристики устройства у вас будет процессор. И вот оно, его название. Берем, копируем, вставляем, ищем более подробное описание его или обзоры. Если у вас семерка, XP или тому подобное, у вас откроется вот такое вот меню. И точно так же смотрите, есть название вашего процессора и основные его характеристики. Все элементарно и просто. Если видео пригодилось, понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал, делимся с друзьями. Всем удачи, всем до свидания.